Самое безопасное антибактериальное средство в мире – это кора муравьиного дерева. Муравьиное дерево – это совершенно потрясающая в природе единица. Представьте себе, какая сила жить у коры муравьиного дерева. За тысячелетия своего существования оно выработало иммунитет против всех известных в природе вирусов, бактерий, грибков и паразитов. Но осталось при этом безопасным для муравьев, термитов, которые обрабатывают корни этого дерева, и возник уникальный дружеский симбиоз. Как видите, в бизнесе вин-вин, выигрыш-выигрыш. Точно так же есть в природе симбиозы, нормальная жизнь, когда одни помогают другим. Так вот, муравьи не болеют, потому что на муравьином дереве ничего не живет. А муравьиное дерево получает кислород, потому что муравьи там под ним все съели. И облегчает доступ проникновения ему питательных веществ через корни. Вот это вот природа таким образом заботиться. Раз кора муравьиного дерева безопасна для муравьев, а муравьи – это живая клетка. Значит, она не сильно токсична для нас. Человек отсюда пошел. Это посмотрели давно еще индейцы, мексиканцы и так далее. И они пользуются корой муравьиного дерева испокон веков, как антибактериальным средством. Антивирусным. Мы не знаем, что у нас. Если мы не обследовались. Если обследовались, нам говорят, у нас кандида. Мы действуем уже своим путем. А когда мы не знаем, что у нас просто бронхит, гайморит, у нас просто насморк, у нас просто аллергическое состояние дыхательных путей, у нас просто бронхиальная астма, мы не знаем, что здесь. Кора муравьиного дерева действует против глистов, против паразитов, любых, против простейших, лямблиопистов, против грибка и против вируса. 5 спектров действия. В том числе, сказала, токи-спектрококи, особо опасная антибактериальная.